Ну что же, всем огромный привет. Сегодня мы пришли к нашему активисту Союза дошкольники России, нашему магистранту Московского городского педагогического университета Эльвире Шерибжановой. Да-да, мы пришли прямо к ней на работу, школа 878, дошкольное отделение «Сказка». Для чего? Вы знаете, что не так давно мы запустили настоящий экспертный совет. Экспертиза «Золотая Василиса». И мы тестируем новую лабораторию «Микромир» с Бобровой лабораторией. Это замечательный микроскоп для детских садов и начальных классов. Мы хотим немножечко подсмотреть, как проходят занятия у Эльвиры Анатольевны. Узнаем, ну, отношение детей к такому интересному занятию, как изучение в микроскоп. И узнаем мнение педагога. Нужно ли это в детском саду, или это, возможно, слишком рано, и дети не совсем понимают, что же там происходит. Давайте пройдем к ней на занятия и обязательно все увидим. Вот она, на муха. Муха, да. Вот сейчас мы... А посмотрите, что у мухи есть? Голова есть у мухи? У него есть крылья, у мухи есть крылышки, посмотри. Да, естественно, есть. А лапки? Есть, вот они. Красивые? И красные глаза. И красные глаза. Вот, ну, вот это глаз. Смотрите, сколько у нее много-много мелких глазиков. Это все-таки глаза? Да. Сколько много глаз? Вот, есть, смотри. Ой, какой красивый цвет. На экране мы видим уже фиолетовый, да, ребят? Да. Сейчас будем смотреть, да, какие цвета. Ой, еще, да. Тимофей нам какие цвета делает. Красный. Какие зеленый. Лучше видно. Угу. Лучше видно зеленый, по-моему, фиолетовый. С фиолетовым лучше видно. Строение глаза у мухи, да? Ого. Так, ребята, мне Эльвира Анатольевна рассказала, что вы смотрели лук. Да, какой лук вы смотрели, кто помнит? Фиолетовый. Фиолетовый лук был? А что там было? Золотистый. И золотистый. Два, видимо, смотрели, да? Вот такой мы смотрели лук. Вот такой образец. И что вы там видели? Расскажите, что там было? Ну, практически одни клеточки. Клетки, молодец. То есть ты видел клетки настоящие? Да. Загадаю вам загадку. Отгадаете или нет? Сейчас узнаем. Очень горький, но полезный. Защищает от болезней. Лук, правильно. Да. И мы сегодня, ребята, с вами сейчас оторвем от лука маленькую чешуйку сочную. На ней есть пленочка. И посмотрим в микроскоп, из чего же она состоит. Ой, какие клетки! Много их или мало? Много. А в каждой клетке есть точка. А что это за точка такая? Это настоящее знание для детей из самой старшей школы. Ты знаешь, что там? Ядро. Вот это да! Какие юные умнички ученые из московской школы. 878, район Орехово-Борисово, Северная, Эльвира Анатольевна, настоящий предводитель ученых. Это у нас лук и клетки, да? Кто умеет менять образцы? Я умею. Давайте, следующий поменять. А мы сейчас каждый попробует поменять образцы. Помните, да, что образцы у нас на стеклышке. Нужно быть очень аккуратным, да? Смотрите, там есть мишень, видите, прицел какой-то, чтобы посередине. А это сейчас мы тоже уберем специальную коробочку с тобой.
Можно яблоко? Можно, конечно. Итак, что мы смотрим? Комарика? Комарика. Сейчас мы все по очереди посмотрим. Комарик-пискарик. Так. Нам нужно, да, молодец, опустить. А вот, получается, вот. Ой, что это такое? Это лапки. Вы знаете, что комары кусают только... Девочки комары кусают, а мальчики комары не кусают. Умничка, какая интересная информация. Вот глаза какие. Ой, он на вас смотрит? Смотрите, мы сейчас аккуратно улиточку вот так вот. А я думал, она чистенькая. А я думала, к нам огурец пришел. И огурец. Улитка вместе с огурцом. Смотрите, сейчас она только расправит свои усики. Вот она. Огурец. И мы сейчас вытащим из тубуса микроскоп. И посмотрим, что. Посмотрим ее глазки. Или панцирь. Или зубы. Наш волшебный микроскоп, да? Мы можем навести. Что-то... Так, у нас Рома у нас давай будет наводить. Ну-ка, давайте найдем. А мы на экранчик. Ты хочешь посмотреть панцирь? Ух ты, смотрите, какой. Ну-ка, резкость. Смотрите, сколько там. А как вы думаете, что такое блестит? Это вода. Умничка. Точно. У нас были очень увлекательные. Дети поначалу испытали такой восторг. Оказывается, у многих детей дома тоже есть микроскоп. Но, как сказали дети, они на проводе от розетки и очень неудобно пользоваться. В отличие от этого микроскопа, он переносной. И с помощью него они начали исследовать все, что увидели. Кожу, одежду, волосы. Тем более дети сами инициируют эту деятельность, увидя просто даже прибор. И вызывает у них неподдельный интерес эта исследовательская деятельность, такая непосредственная, потому что мы им задаем, что делать, как делать, они сами идут, сами находят себе работу. Сегодня мы побывали в московской школе 878 дошкольном отделении «Сказка». Мы посмотрели, как ребята из старшей подготовительной группы занимаются и изучают микромир с бобровой лабораторией. Действительно, изучение микромира – это очень интересно и для маленьких детей, как оказалось. Мы привыкли, что с микроскопом мы работаем в старших классах, на уроках биологии, возможно, на уроках химии. Но, как вы сегодня видели, и для маленьких детей дошкольного возраста очень интересно поизучать. А как же выглядит предмет с увеличением в 400 раз? Спасибо большое нашим юным ученым, преподавателю Шеребжановой Эльвире Анатольевне, нашему магистранту Московского городского педагогического университета, потрясающему активисту Союза дошкольники России, педагогу дополнительного образования Московской школы за интересно проведенное занятие. Пишите в комментариях, как вам такая бобровая лаборатория.